Но с другой стороны, есть другой способ. Это когда вот общественность, она начинает понимать, что что-то не то. Что внешняя политика более менее хорошая, скажем так, а внутренняя, вот принято у нас считать, что вот она не очень, от особенно экономической политики. Но и в моем представлении здесь вот Юрьевич говорил на тему уже. И это очень важная история. Мы все, и те, которые в политике, и те, кто в администрации, и те, кто оппозиция, мы все немножко сектанты.